Добрый вечер. Теперь каждую неделю мы будем говорить о памяти. Чтобы что-то узнать, понять, вспомнить. Вспомнить, как это было. Но начну я все-таки с даты. 21 августа 68 года. Наступил час, когда оборону социализма в Чехословакии, оборону всего Содружества социалистических стран, выполняя интернациональный долг, были обязаны немедленно взять на себя ее союзники. Это было трудным, драматическим решением. Но промедление, нерешительность в этот момент были опасны для дела социализма и мира. 21 августа союзники Чехословакии нанесли здесь силам мировой реакции серьезный упреждающий удар. Приглашаю к нам в студию первого свидетеля тех событий. Это Мария Микушева. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас, присаживайтесь. Скажите, пожалуйста, Мария, откуда вы родом, из какого города? Я родом с города Попрат. Это маленький городок под Высокими Татрами. И мое первое ощущение того дня – это был телефонный звонок, который раздался ночью, где-то после полуночи, под утро. В нашей квартире позвонили папе, поскольку папа был секретарем райисполкома. Его вызывали на работу, это была, конечно, тревога. И первое, что он сказал, когда он положил трубку, он говорит: «На нас напали русские». Тут же он ушел из дома. Но мы поверили только тогда, когда под утро уже под нашими окнами нашего дома уже гремели танки. И братика не было дома, и я переживала все это. И когда в очередной раз вошла в квартиру, чтобы созвониться с матерью, ворвалась к нам в квартиру женщина. От страха бежала по лестнице, оперилась в дверь и впала в квартиру с ребенком. Плакала страшно и говорит: «Вот что творят, вот что творится». И там: «Ага, что творится? Стреляют, убили кого-то». И действительно, была смерть в нашем городе. Стреляли потом в других городах тоже, но в нашем городе была трагедия. Спасибо. Я на секундочку вас прерву, потому что хочу пригласить в студию еще одного свидетеля. Спасибо. Это человек, который в то время входил вместе с советскими танками в Чехословакию. Дмитрий Крылов. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы знаете, я очень хорошо помню это время, так же, как и вы. И все-таки вначале мне хотелось, если не от своего поколения, то от себя лично, принести вам извинения за то, что тогда произошло. Я был как раз в Попраде. Это не специально так получилось. Вот как.
Это мы стояли вначале на холме и видели этот утренний, просыпающийся, красивый ваш город. Это мы с лязгом вошли на танках туда. И вы нам кричали, что мы фашисты, что мы оккупанты. А мы были... Вы знаете, я словно потом на некой машине времени, спустя 25 лет, оказался в том времени, когда у нас повторилась маленькая модель, не такая страшная, но вы помните август 91 года, путч. И когда я увидел танки, солдат, БТРы на улицах Москвы, я тогда еще как бы острее к тому времени осознал, что тогда это было для вас. Вот такие воспоминания. Я все очень хорошо помню. Вы знаете, я был в очень сильном эмоциональном стрессе, потому что когда, как только мы пересекли границу, и когда мы проходили через ваши города, и я видел сброшенные в кювет раздавленные машины, горящие где-то БТРы, толпы людей, которые кричали нам в лицо. Вот. И это было так ужасно, это, к сожалению, нехорошо так говорить, но мы сейчас, наверное, в какой-то мере привыкли к войнам, к убитым людям. Тогда это было для нас как прийти в свою страну, можно сказать. Мы же считали, что мы социалистические лагеря. Чехословакия – это часть Советского Союза отчасти. А приказ был у вас стрелять на поражение? Нам говорили так, что если будут открывать огонь, так сказать, будут стрелять по нам, то тогда мы на один выстрел должны отвечать, так сказать, всей мощью наших стволов. Свидетельствует генерал Семен Золотов. Мы дошли вот когда до города Попрода, это, наверное, ну, более 200 километров прошли уже, значит. Вот тогда сообщили по радио и телевидению там, и так далее, сообщили, что советские войска оккупировали территорию Чехословакии, понимаете, значит, нарушение суверенитета и прочее, и прочее. Все средства массовой информации, озвученные, письменные, понимаете, были настроены вот против нас. Захватили, понимаете, значит, жену подполковника, я вам сейчас скажу, Белыш. Подполковник Белыш, начальник политотдела училища авиационного, он был женат на русской девушке, вот жена русская, которая высказала, значит, одобрение по поводу ввода войск. Вот. Так вот, в порядке месяца, значит, ее вывели на улицу обнаженную. Облили кровью, да, красными чернилами, как бы кровью, водили ее по улице, издевались над ней, вот оголенную, понимаете, так сказать, оскорбленную и так далее. Паня Мария, я хочу спросить вас, вот эти фотографии у меня сейчас в руках, как вы думаете, что это? То есть, что это и есть сопротивление вот таким образом? Здесь я вижу на фотографии улыбающиеся лица девушек, идущие рядом. Это не сопротивление, это ненависть. Потому что люди тогда, наверняка те, которые были старше меня тогда, осознавали, что им помешали сделать что-то, что они хотят строить. Это было всем ясно, что все кончилось, перекратилось, все. А люди же поддерживали Дубчика. Атмосфера была такая, что они действительно хотели этих реформ, которые он им предлагал. Я понимаю, но при чем здесь эта несчастная женщина? А как еще выразиться тогда? Наверное, они не нашли другого способа. Это ненависть, это не сопротивление. И месть. И месть. Я тоже знаю одну похожую историю. Но это была не русская женщина, а чешка. Ее сын работал здесь, в Москве, диктором на иновещании.
И в ночь вторжения его попросили зачитать радиообращение чехословацкому народу. И он зачитал. Это Георгий Яковлев. В 68 году я уже 8 лет работал в чехословацкой редакции чехословацкого радио и навещания. И мне в 8 часов утра, нет, раньше это было, 8 мы уже вышли в эфир, мне после 6 часов утра приносят текст и говорят, готовь текст. И я его приготовил. И утром сказали, а, твой сын читает из Москвы, вот иди к нему или к солдатам, пусть они тебе дадут хлеба и молока, мы тебе его не дадим. Вот такое было. А в саду, где у нас росли два высоких тополя, их уже сейчас нету, их срубили, так сказать, на калитке было написано, вот на этих тополях мы повесим тебя и твоего сына. Мой следующий свидетель, человек, который отвечал по поручению Леонида Ильича за политическую сторону августовской операции. В то время секретарь ЦК КПСС Константин Катышев. Я бы хотел зачитать для всех. У меня есть записка Андропова. Ну, в то время шефа КГБ, может быть, кто-то не знает. Совершенно секретно, гриф внизу подлежит возврату в ЦК КПСС. Ваша подпись. Не знаю, помните ли вы, я просто напомню несколько строк из этой записки. Еще на 4-м съезде чехословацких писателей, это июнь 67-го года, реакционному ядру Союза писателей удалось навязать решение, в котором выдвигались требования отмены цензуры и абсолютной свободы творчества. Абсолютная свобода творчества у вас в кавычках. Пресса и другие средства массовой пропаганды широко использовались для обработки населения в антисоветском духе под предлогом защиты суверенитета, в кавычках, и независимости тоже, в кавычках, ЧССР. Активность парторганизации КПЧ значительно снизилась. Отмечались многочисленные случаи, когда на партсобраниях участвовало 20-30% членов. Это и есть причины, по которым надо было вводить войска? Нет, это не есть причина, по которой надо было вводить войска. На созванной по инициативе Гомулки и Ульбрихта в июле 68 года встречи руководителей братских партий, на которые, естественно, не приглашались чехословацкие товарищи, и отказался участвовать Чаушеску. Вот там, анализируя развитие ситуации, нарастание антисоциалистических выступлений, вот тогда было принято решение. Инициатором ввода был не Брежнев, а это вопрос поставили Гомулка и Ульбрихт, и потом это было на Варшавской встрече. Я участник этих встреч и вообще за событиями следил и участвовал с февраля 68-го, когда Брежнев поехал знакомиться с Дубчиком. Скажите, а вот как ваши близкие, знакомые, друзья, ваша жена реагировала на ввод войск? Ведь вы отвечали за политическую сторону такой операции? Ну, это слишком много. Я был секретарем Центрального комитета, который отвечал за сотрудничество с партиями стран социалистического содружества в политической области и в экономической области. Значит, я был знаком со всеми членами Политбюро. То есть, значит, я должен сказать, что оценки внутренней обстановки в руководстве Чехословакии, здесь сказано правильно, было неоднозначно. Политбюро разделилось. Дубчик, Черник и ряд других секретарей, ну, Кригель, Смырковский, членов Политбюро. Да, спасибо. Они недооценивали опасность обстановки. А другая часть, Билек и Кольдер, Капик, Швестка,
они говорили об опасности обстановки. Спасибо. И последнее. Да. На Братиславской встрече, которая была создана по инициативе КПСС, значит, было согласованы те меры, которые будут предприниматься в Чехословакии для того, чтобы нормализовать обстановку. Город Братислава был избран местом совещания шести коммунистических рабочих партий. Сюда съехались десятки корреспондентов газет и агентств печати, радио, телевидения, кинохроники. В обстановке полной откровенности, принципиальности и дружбы участники совещания обсудили актуальные вопросы борьбы за социализм, дальнейшего укрепления социалистического содружества, сплоченности мирового коммунистического движения. Но там произошло знаменательное такое или значительное событие, когда пять ведущих членов Политбюро, не согласных с политикой Дубчика, обратились или передали секретное письмо Леониду Ильичу Брежневу. Я его видел, рукописное, тот мне показал его. Вот, в котором они говорили, что часть руководства во главе с Дубчиком недооценивает опасности развития ситуации и просили о вводе войск Варшавского договора для того, чтобы поставить преграду тем опасностям, которые могут ждать Чехословакию на пути ее, так сказать. Да, пани Мария. У меня вопрос. Вы сказали про письмо. Вы можете сказать, кто его подписал? Да. Я не хотел бы, значит, называть. Потому что, может быть, некоторые живы или дети их живы в Чехословакии, и нанести ущерб этим людям я не хочу и не возьму на себя такую, так сказать, обязанность или ответственность. Но я знаю, что у редакции есть копия этого письма, значит, и есть информация о том, что действительно пять членов Политбюро подписали такое письмо, и это свидетельство тому, что я говорю правду. Спасибо. Я хочу вас познакомить с человеком, который тоже, я думаю, не спал в эту ночь. Это Владлен Кривошеев. Кем вы были в то время, Владлен Михайлович? Я был собственным корреспондентом газеты «Известия» в Чехословакии. И где вы были 21 августа 1968 года? Я был в своем рабочем кабинете и заканчивал статью, которую должен был утром 21-го передать в редакцию. И когда вы узнали о том, что танки вошли? Я узнал за столом, за этим же самым столом, где-то без чего-то, без нескольких минут, 12 ночи. Что было потом? Мне позвонил Горжене, который был ЦК КПЧ. Горжене — это был заместитель главного редактора «Рудоуправа». И говорит, что ты слышишь? Я говорю, что? Ну ты послушай. Это было слышно? Это звук, гул какой-то. По телефону? Ну что, я пишу. Говорит, ваши летят. Я говорю, какие наши, куда летят? Ну, говорит, в Прагу летят. То есть для вас это был как гром посреди ясного неба? Мы обсуждали это с мая. В мае предполагалось, что первый ввод танков будет весной, в мае. Это обсуждалось, в общем, в полусплетнях, ходили разговоры, потом, значит, это затухало все, ведут, не ведут. Конечно, не ведут, я стоял на той точке зрения, что не ведут, потому что это абсолютно, это абсурд. Против идей нельзя бороться железом. И потом резонанс такой будет, что выигрыш нулевой, проигрыш огромный. Так, и что было потом? Ну, а далее через какое-то количество минут, и минут через 45 было такое, по радио был голос мужской, тревожный. Все, кто не спит, разбудите тех, всех, кто спит. Через несколько минут будет передано важное, лежит важное сообщение. И вот тут я понял и поверил тому, что говорил Горжень. Я ему не верил. Абсурд. В 6 утра позвонили и попросили, чтобы я написал репортаж о том,
как наши танки их встречает население с цветами, с хлебом, солью и прочее. Кто попросил? Ну, я не буду называть имя этого человека, потому что его нету в живых. Мне не хотелось бы впутывать, так сказать, у него есть дети и прочее. Это был член редколлегии газеты «Известия». Я отказался, он настаивал. Я, грубо говоря, его послал, как говорят, и бросил трубку. Московская фабрика «Трехгорная мануфактура». Никому и никогда не будет позволено вырвать ни одного звена из могучего Содружества социалистических государств. Об этом говорили контролер Калантаевская, секретарь партийной организации цеха Конов. На трибуне наладчик прессового оборудования Мячин. Судьба чехословацкого народа нам не безразлична. Мы не должны находиться в роли наблюдателей. Читая сегодня заявление ТАСС о конкретной помощи чехословацкому народу, я от всей души одобряю действия советского правительства и социалистических стран и призываю вас, товарищи, одобрить решение советского правительства. Советские люди выражают свою верность делу пролетарского интернационализма, свою сплоченность вокруг коммунистической партии и советского правительства. Итак, 21 августа 1968 года 7 человек вышли на Красную площадь с акцией протеста. Всего 7 человек из многомиллионного советского народа. В их руках были плакаты, осуждающие оккупацию Чехословакии и призывающие немедленно вывести оттуда войска. Вот эти семеро. Павел Литвинов, Наталья Горбаневская, она шла со своим ребенком в коляске. Вадим Делане, Виктор Файнберг, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюта, Лариса Вагарас. В то утро все семеро были жестоко избиты, затем суд и тюрьма. На этом суде Андрей Сахаров произнес: выступление Литвинова, Багарас и их товарищей было действительно чудом, тем поступком, который восстанавливает честь нашей страны, свидетельствует Лариса Багарас. Значит, мы договорились на 12 часов дня. Две вещи я должна была сделать. У меня была собака тогда. Я понимала, что мы пойдем, и я не вернусь. Значит, нужно было сделать как-то так, чтобы собака на ком-то была. И написала записки родителям своим, старикам, сыну. Ну вот когда часы на Спасской башне начали бить 12, мы пошли к лобному месту, подошли к нему и сели на парапет вокруг лобного места. Тут же нас отгородили вот этой стеной от публики. В какой-то момент я почувствовала, что моя новая блузка сзади мокрая, в крови рука. Файнберг, который меня заслонял сзади, ему выбили зубы, и кровь полилась на блузку. Нас скрутили, тоже не то, чтобы боль причиняя, но просто скрутили, запихнули в машину. В каждую машину сколько поместилось. Всем дали разные сроки. Значит, Павлу Литвинову 5 лет ссылки. Мне 4 года ссылки. Косте Бабицкому 3 года ссылки. Дремлюге, по-моему, 3 года лагеря. И Делане 3 года лагеря. Москва, 23 августа. В столицу Советского Союза для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, с дружественным официальным визитом прибыл президент Чехословацкой Социалистической Республики Людвиг Свобода.
На аэродроме высокого гостя встречали генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, члены Политбюро ЦК КПСС Николай Викторович Подгорный, Алексей Николаевич Косыгин, советские партийные и государственные деятели. Каждый сам решал тогда, как относиться к тому, что произошло. И каждый по-своему, конечно, заговаривал тогда свою боль и немоту. А вот для наших хоккеистов Прага 68-го неожиданно напомнила о себе на чемпионате мира. Это было в 69-м. Вот что рассказывают легендарные Владимир Лутченко и Александр Рагулин. Много было разных лозунгов на трибунах. Это даже там ваши танки не помогут. С мегафоном ходили по трибунам среди болельщиков. Говорили, что Красная Армия оккупировала нашу маленькую Чехословакию. Вот защитник у них, этот, как его, Сухи, Ян Сухи, он вот... Его и особенное вот это при виде нас очень возбуждался. Ярко. А как это проявлялось? Ну, вообще был, отдавался полностью. Я такого фанатизма, как он играл против нас, он мог там где-то с канадцами, а против нас бился насмерть. И вот мы, если помните, мы эти два года, и 69-й, и 70-й, мы им проигрывали за счет именно вот этой фанатизма. Какие-то одержимые были. Нападающий Голомко, когда он забил гол, он упал на колени и якобы так с автоматом расстреливал там ворота Виктора Коновалика. Я помню, когда было принято решение, что войска остаются в Чехословакии, раньше же не было наших войск там. И, извините, что я неправильно говорю, но чтобы так проще. Чехи освободили нам казармы. И они так постарались сделать, чтобы нам было достаточно дискомфортно. В той же Чехии солдаты сидели в танках. Они не выходили. Извините, по нужде они не выходили. Они, так сказать... Первое время. А потом, более того, ведь... Потом в сельхозработах принимали участие. Свеклу собирали. Это уже позже. И потом, когда уже войска стояли, и все, отношения были совершенно другие. Опять все пошло, так сказать, по другому пути. Вот не соглашусь. Сейчас, наверное, мало кто помнит старый фильм «Майские звезды». О любви советского солдата, которого играл Вячеслав Тихонов. Яна Брейхова. Да, и Яна Брейхова, совершенно верно. В то время другая чешская девушка полюбила молодого советского оккупанта. Ну, в фильме, конечно, все было похоже и в жизни. Почти. Давайте посмотрим кусочек из этого фильма. Ты любила? Да. Видишь? Искра. В жизни все было иначе. Вскоре после встречи наши герои, взявшись за руки, то есть они решили расписаться в то время, взявшись за руки, отправились в советское посольство. Ему сказали в посольстве: сержант, не валяй дурака, парень. Ты чего? Сейчас не до этого. На следующий день спецрейсом в обстановке строгой секретности отправили в Союз. А через неделю из автомата Калашникова он пустил себе пулю в сердце. Мы нашли
этого человека. Через 29 лет. Он живет и работает в небольшом городке Коммунар под Санкт-Петербургом. Это Николай Николаевич Бабкин. Николай, ну а как вот так случилось, что вы остались живы? Любовь и красота спасет не только мир, но и каждого человека в отдельности. А давайте вернемся вот в то августовское утро, 21-го. Скажите нам, как это было, когда вы впервые увидели Веру? Это было удивительно. На территории посольства, которое мы охраняли, недалеко, вернее, через стенку, каменную, полуразрушенную уже, мы перелазили, чтобы иногда умыться, мы были грязными, нам нужна была вода. И это была оранжерея. Оранжерея розарий, где выращивались розы, где были прорыты даже канальцы. В них, я помню, даже плавала золотистая, серебристая рыбка. И мы туда ходили. И недалеко проходило, значит, гуляли там прожане, и вдруг проходила, значит, пара, значит, девушка молодая, ей было, может быть, лет 17, и молодой, ну, то есть мальчишка совсем, юноша, ну, даже ребенок, 14 где-то 13 лет. Ну, я сорвал цветов, целый букет, охапку огромную. Какие это были цветы? Это были и розы, это были и пионы. Ну, я в цветах никогда не разбирался, и поэтому не знал, что девушки предпочитают. Я никогда в жизни не осмелился бы познакомиться, не будь такого впечатления, какое произвела она на меня. Глаза великолепные, черные брови, контраст с белокурыми волосами, распущенными по плечам. Она меня, конечно, шокировала, но я подарил, и так вот мы познакомились. Как оказалось, что она Вера Дувкова, а это ее младший был брат, мартинец. А где вы встречались? На территории розария мы и встречались. Но был момент, когда мы встретились, наконец-таки, в парке Дубровицы. И после этого, после этой встречи, теплой, нежной, близкой, очень близкой, я понял, что я должен поступить как мужчина, как человек. И вы сделали ей предложение. Человек достоинства. Я решил сделать ей предложение, на что она согласилась. Мы взялись рука об руку и пошли прямо к основному входу советского посольства. Я уже сказал, что вам ответили на советском посольстве. Ну, я хотел спросить, что произошло после этого? Меня срочно изолировали, по-моему, в консульство, в ванне. Ну, заодно разрешили и помыться. А помыться надо было. Эту всю грязь с себя смыть. Но не только эту смыть грязь, но и ту, которая была на душе. Но ее нельзя было смыть. И вы с тех пор ни разу уже не увиделись с Верой? Так нам и не позволили. Мы постараемся вам помочь найти ее. Это невероятно. Постараемся. Чехословацкие события продолжались, если считать с ночи вторжения, 21 августа, ровно неделю. Всего неделю. И вот 28 августа, так называемая пражская весна, закончилась. И началась пражская осень. Осень всегда труднее весны и длится всегда дольше. Вскоре после этих съемок группа наших журналистов вместе с Николаем Бабкиным отправилась в Прагу искать Веру Дувку. Веру искали 5 дней, и в
конце концов нашли. Красоу сон. За 29 лет Вера, конечно же, изменилась. У нее 5 детей, и теперь она работает водителем трамвая. Николай Бабкин встретился с Верой Дувковой за день до возвращения в Москву. В 1994 году была впервые опубликована секретная информация Генпрокуратуры Чехословакии, согласно которой ввод войск Варшавского договора привел к гибели 72 граждан. Через 20 лет, 5 декабря 1988 года, советское правительство признало, что вступление в пределы Чехословакии не было обоснованным, и решение о нем, в свете известных теперь фактов, признано ошибочным. В 1991 году были рассекречены архивы по пражским событиям, в том числе и записка Андропова, которую я читал сегодня. Совсем недавно мы были там и хотели снять с нее ксерокопию. Но нам заявили, что все эти документы вот уже несколько лет засекречены вновь. Когда-нибудь мы узнаем, как это было.